Лас-Вегасе, штат Невада, США, состоялась официальная процедура взвешивания основных участников завтрашнего боксерского шоу. Главным событием состоится мегафайт между Саулем Альваресом против Хулио Сезара Чавеса-младшего. Первый свой вес узнал Чавес – 74,3 килограмма. Стрелка весов под каналом остановилась на тех же цифрах. Также стало известно гарантированные гонорары участников главного события вечера. Сауль Альварес заработает $5 миллионов, а Чавес – $3 миллиона. Сумма гонорара может увеличиться в случае хороших показателей платных трансляций Pay-Per-View. Напомним, что поединок Альвареса с Чавесом состоится завтра в Лас-Вегасе на арене T-Mobile Arena. Комментатор телеканала HBO Джим Лэмпли назвал одну из причин, почему Сауль Альварес дал согласие на поединок против Хулио Сезара Чавеса-младшего. Думаю, Канело согласился на бой с Чавесом с целью вернуть себе мексиканскую аудиторию. Ему не хочется выходить на ринг с Головкиным и видеть тысячи мексиканцев в бейсболке Triple G. Чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин опубликовал поздравления, адресованные мексиканцам. «Счастливого 5 мая, мексиканский стиль», – подписал Головкин свои фото в сомбреро.